Вот теперь нормально несемся. Вот эта скорость меня устраивает. Ну, как устраивает? Нравится, но можно еще быстрее. Да не так! Твою налево! Так, только ради бога не садитесь в тачку. Да-да, иди сюда. Иди сюда. Ну что ты там это, крюками своими машешь? Одного все-таки разорвало. Ну как разорвало? Ну вы видели, что с ним стало. Он постоял и просто упал. Все. Едем дальше. Но это было довольно-таки весело. Так, направо. Да какая разница? Вперед, короче. Сейчас как раз новую броню еще за выполнение задания получим. Это тоже неплохо. Такой бонусик. Там кто? Ты кто такой вообще? Чего, офигели здесь пикник устраивать, а? Вот это вот в мои планы не входило, врезаться в мост, извините. У меня еще не такая мощная тачка, чтобы его раздербанить. Здравствуйте! Да свали ты! Спасибо, что подтолкнули. А то я на что-то наехал. Так, пошел вон. Да не на мой капот, я сказал, пошел вон. Это не значит, что на мой капот надо. Это раз. Это два. Ну и ты тоже пошел за руля, только не на мой капот, пожалуйста. А это что, тачка взорвалась? Я ее разве взрывал? Нет, другая тачка. Вот тачка. Я ее не взрывал. А та откуда тачка взялась? Что за хренотень здесь происходит? Ну, а там еще одного человека в живых оставил. Ну, ладно, пускай корячится. Крути быстрее. Ты уже должен был как-то скилл наработать. Здесь есть место поживы с источником воды. Вот воду надо набрать. Воду надо набрать по-любому. Кто тут орёт? Тебя научить как-то культурно себя вести? Ну давай, вот лучший учитель Гарпун. А вот еще одна. Это уже учительница. Это черепуха коня. Только что-то она как-то не помогла. Да слезть! Что это такое было вообще только что? Да свали! Парень. Задолбают же. Задолбают, причем так, что и патронов не жалко. Почему Макс не умеет отбиваться кулаком или просто, я не знаю, не умею. Не показали. Но я вроде на все жал, чтобы как. Тихо, тихо. Не надо меня резать, короче. Да я ж нажал контратаку! Держите, вместо твоего удара мой удар. Немножко... Греко-римские борьбы. Пожрать еще. Че, у вас стул, стола пожрать нечего, что ли? Ну, как так-то? Зато металлолома до хрена. Ну, целых 24 штуки. Замечательно, я бы сказал. Выдающееся количество.
Вот вам 240 лома буквально там, я не знаю, за несколько минут. А тут за несколько суток набралось, извините, 295. Милый, я попросил Гектора передать тебе эту записку. Мы с семьей покидаем город. У моего дяди есть ферма, туда и поедем. Тут все пересохло, воды нет. Люди сходят с ума, я не могу рисковать жизнью детей. Ты знаешь, я очень тебя люблю, но я вынужден уехать. Сейчас нужно думать не о любви, а о выживании, Милтон. И о разводе, да. Тоже надо подумать. Так, что здесь вообще? Лом 24. А, ну я сюда приперся, в принципе, за этим. А за водой. Ну, само собой, раз уж приперлись, то надо вычищать на 100%. Так. Здесь, наверное, еще что-нибудь. Еще какой-то коридор. Долбануться просто. Который ведет сюда же, впрочем. Наверху вроде было кучка металлолома, если я не ошибаюсь. Пойдемте посмотрим. Эта тачка явно не коллекционная. Один лома, ну... Я чё-то не удивлен. Да он уже давным-давно воплоти. Мы на чем ездим? На Святом Духе, что ли? Нет. Тараним тоже вроде не, Святым Духом. Ну вот, не зря набрал воды. Не зря. Сейчас огребать буду. От всяких придурков, которые не контрятся. Это ж не тоннель, это канализация. Где, здесь что ли? Нет. А, сюда. Понятно. А здесь бы я не протиснулся, нет? Мне кажется, что все-таки если приложить минимум усилий, то можно, впрочем, вообще не напрягаться. И пройти вот так вот, боком. Но нет. Лучше сюда, да. Чтоб застрять нахрен. Лом 11. Еще и ломать надо этот лом. Ну ладно, дверь мы откроем. Или что, нам надо сюда на тачке прям въезжать, что ли? Можно было подцепить и с той стороны. О, да. О, да, вовремя я начал выполнять это задание. Ну и с какой стороны она приближается? Очевидно, стой. Оттуда ветер. Все, 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 заезжаем. Лучше места просто не придумаешь, чтобы переждать песчаную бурю. Нукс. На улице-то что? Скоро там? Буря-то будет. Где она? Где буря? Где буря? Нету бури.
Нету бури. Где буря? Меня обманули. Скриптованная, что ли? Ну, видимо, для этого задания специально скриптовано. Вот пока я туда не заеду. А если отъеду далеко, то скажут, вернитесь в задание или провалите. Ну, вернитесь в зону задания. Ладно, едем вперед. Да я на тачке, мне надо вообще накласть на этих стервятников. Главное в эти штуки не врезаться. Хотя, может быть, их можно как-то гарпуном фигануть, нет? Нет. Я знал! Я знал, что как только выйду из гребаной тачки, что-нибудь произойдет. Ну, в общем-то, ничего кроме ора-то и не произошло, ну. Ладно. Да я их всех передавлю, да и все. В чем траблы-то вообще? Нет никаких проблем. А, глазастые там попоявлялись. Я так вообще ничего не вижу. Там можно пройти? Будем считать, что нет. Жалко, что его как на полицейский... Жалко, что здесь нельзя как на полицейской тачке фонарь врубить и осматривать район, так сказать. Не, нельзя. Так. Я, главное, нифига не мог на полном ходу тачка вот это все отодвинуть, а как только выдернул гарпу, оно все сломалось. Вообще нормально. Так, это уже какое-то метро. Ну ничего, что здесь было, как бы, вода, не? Нормально это все? Корабли, которые там были на этом. То есть это под водой все это было. Этот тоннель выходит прямо вот наружу, под воду. Ну как-то вот так вот, ну вы поняли, да? Все висели ситуации. Так, пока ни черта не вижу. Металлолома много. Давайте посмотрим. Подземная станция. Глубоко под земли на востоке расположены тоннели. Судя по всему, это остатки древних сооружений, таких как канализация и метро. Тот тоннель, по которому раньше ездили поезда, выходит в Великую Белизну. Похоже, раньше там был мост. Теперь это кладбище для старых вагонов, где обосновались стервятники. Какой там в заднице мост? Нет там никакого намека на мост даже. Где выходит вот именно... наружу. Ну, как мы заехали, там что? Там нет никакого моста, и все это под воду выходит.